Чё? Мага-хат? Что? Это смешно. Имба не закончилась, ребят. По-моему, что-то пошло вообще не так в этой жизни. Подождите, а это надо... Что? Что? Они закрыли мне выход! Сегодня мы поиграем в мод, который называется Abortion Burst. Мод должен быть очень диким, но пока я ничего кроме стандартных комнат и стандартных мобов не вижу. Ну вот чемпион какой-то пришел. Ну нет, это не то. Я думаю, что это не из мода. Ладно, мы все увидим. Нас все ожидает впереди. Началось! Ультра Энви, босс у нас. А у нас даже нет предметов, которыми его можно бить. Черт, это получается, он сейчас разлетится на 150 тысяч маленьких Энви, да? О боже, 3 супер Энви, зачем? Как я ненавижу Энви. Игра как будто это знала и просто подсунула мне этого босса. Игра, ты слишком жестоко, остановись, пожалуйста. Остановись, пока не поздно. Мы успеем договориться. Может, им бомбу подложить? Слушайте, я думаю, им понравится. Отлично, я вижу, как им понравилось. Просто, блин, на 2 Энви больше. Ну, окей, окей. Буду полтора часа их долбить. Что ж, куторопиться некуда. Стрим длинный. Они меня убьют. Они просто возьмут меня и убьют. Они уже по всей комнате. Знаете, можно шутку, короче, пошутить. Вот все эти Envy, это, короче, эксклюзивы, которые анонсировали на E3. А Айзик, это, короче, твой ПК. У меня осталось пол хп, в принципе. Мне нужны были хорошие улучшения в сокровищнице, а не то, что у меня есть. Боже, какой ужас. И такая улыбающаяся рожа, блин, на экране смерти. Типа, ха-ха, лох, мы тебя затроллили. Ты думал, тут ничего нет? Вот тебе, пожалуйста, Супер Энви в лицо. Че тебе нравится? Хочешь еще, да? Ну что? Кто там ставил на Чибиси? Я взял и победил. Так, мне это не нужно, это отстой. А вот это вот интересно, че это? А, что? Я стреляю зубами. Ну, ладно, допустим. Допустим. Давайте сходим в магазин, купим хотя бы бомбу. ХП там себе как-то восстановим, я не знаю. О, смотрите, еще вишня, или что это? Черешня, арбузик. Весенние лесные ягоды. Я хочу прям посмотреть, давайте я взорву какой-нибудь из этих арбузиков. Синамон. Синамон. Что такое синамон? Я не помню. Боже, у меня не хватает заряда, чтобы сделать рерол. Какой ужас. Может, в магазине куплю батареечку со скидкой? Ну, плиз. Ну, что ты такой жадный? Короче, понятно. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Надо подготовиться как настоящий воин. Собрать целую армию с собой. Это что еще за... Это что сейчас было? Кто это выпустил? Это что, сатана сам на землю пришел? Так, вот эти мухи очень опасные, с ними шутки плохи. О, они своих убивают, молодцы. Это кто сейчас был? Это вообще как? Хорошо, что у меня было серое сердце, а? Не-не-не-не-не, мухи, не дождетесь. О,
мулиган. Это что? Странный притягиватель. Подождите, я пойду к боссу, потому что что-то мне подсказывает, что в кошмар ко мне даже частицы притягиваются. Хорош, я хочу на это посмотреть. А, ко мне все вообще притягивается, нафиг. Что это за дичь? Остановите это кто-нибудь. Куда? Отпусти! Остановись! Я от страха аж потерял, блин, половину хп своих. Капец, у меня одно хп. Че, издеваетесь, что ли? Что за... Да... У меня нет слов, просто у меня нет слов. Они даже музыку специальную под это сделали, под этот приход. О, это же Хаш. Скинлис. Ребята, мы нашли имбу. Офигеть! Все, это самый лучший мод во вселенной. Все, официально заявляю. Макмиллен, чекай. Супер Энви! Чё, не ожидал такого? О боже! Чё там, кто про 40 имб говорил? Тут одной имбы хватит. Ой, жесть! Ой, жесть! Как резко сделать самый сложный мод во вселенной самым легким? Иди сюда, муха, не бойся. Я тебя не обижу, шутка. Боб. Еще один ультра Энви. Ему мало было, да? О, как шакалит. О, мне дали какой-то обед. От Мил? О, я знаю, что это. Это шутка про Кирби. One, two, hot meal. Берем все, короче. Мы можем себе это позволить. Мы можем себе это все позволить. А, ну что, идем дальше. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну ладно, еще рано расслабляться, вдруг там будут боссы, которые будут сильнее, чем оружие, которое у меня сейчас в руках находится. Ой, из меня личинки всякие выходят. Нормально. Так, давай, подходи, Хашик. Не хотите ли открыться? Подождите. Мне кажется, где-то тут библиотека. О, телек, я хочу себе телек. Стоп, там карта новая. Все видят, чекайте. А, это Яроволк. Яроволк, серьезно? Ой, я знаю, что с ним можно сделать. О, Библия. Хорош. Так, и совхет, джаджмент. Ага, давай. Пойдет. Так, это тоже чекаем. Угу. Там еще батарейку возьмем, еще реролним. А, у меня денег нет. Все, есть деньги. Так, давай-ка соберем еще себе.
книжника. Yes. Подожди. Я хочу проверить кое-что. А, не, не самая наводящаяся. Ну, фу, неинтересно тогда. Я назову этот выпуск «Тотальный апокалипсис», потому что ничего другого описать это просто не может. Ну вы сами видели, что это мне выпало, я себе это не делал. Никаких читов, все честным трудом заработано. Опа, трипл шот. Отлично, отлично. Кто-то там еще выжил. Это ненадолго. Давайте, кто? Кто? Форсакен. Был Форсакен, нет Форсакена. Погнали дальше. Я бы мог реролить это, ну зачем? О, ну мух обязательно надо с помощью моего суперхаша убить, потому что иначе никак. Приятно смотреть. О, я бы хотел посмотреть сражение моего, короче, хаши против тех диких червей, которые пускали во все стороны всем, чем только можно. Вообще, я хочу хаш против хаша. Вот это было бы еще круче. Это подкрутка. Блин, черт, это реклама хаша. Ну, вы меня спалили. Ну, понимаете, денежки всем нужны. Поэтому... Ой, кто-то сумел меня задеть, ну все, тебе конец, короче. Вот эта банка, она выглядит странно. По-любому это не обычная банка, и в ней что-то есть. Бешеная раскрутка на ютубе. Да, они мне дали 10 подписчиков, а я взамен разрешил прорекламировать их хаша. Так, посмотрим, что нам предлагает сокровищница. Фу. А вот это что? О, я знаю, что это лепрозия. Пойдет. Пойдет. Любые интересные предметики, все сойдет. О, а вот и босс. Посмотрим, кто там на этот раз умрет от одного удара. О, Георги, ну это точно от одного удара. Тут уже думать нечем. Давай мне в сердце, конечно. Я хочу полет, на самом деле. Это что такое? Интересная штука, я бы взял. Давайте возьмем. Что-то убирает abortion time. Что? В смысле? Что? Это что сейчас было? Они взяли и забрали моего хаша. Игра, ты слишком жестокая, тварь. Ты дала мне немножко почувствовать себя повелителем вселенной. И теперь вот это вот. Я знал, что игре нельзя доверять, она может в любой момент подвести. Жри. И-то чё тут опять началось? Чё? Да что происходит? Остановите, пожалуйста. Попытка номер 30999, чекайте. Ой, братик хорошо помогает, главное не брать абортшен. Потому что абортшен это тоже очень-очень-очень плохо. Еще больше хп. Нет, хп больше не дают. Такс, ну что, новый предмет, ребят. Bob's Brain 2. Мне кажется, это что-то очень-очень плохое. Duke of Lies, покажи, пожалуйста, что... Это мозг Боба, который, короче, находится на расстоянии 0,5 сантиметров от тебя. И он взрывает только тебя. Ой, класс. Ой, как мне это нравится. Короче, тактика битвы с... Ого, у него регенерация еще. Хорош.
Короче, не подходить близко к мобам, а если подходить, то лучше сразу убегать. Супермагнет. Наверное, пригодится, он же мобов не притягивает, нет? Ага, конечно. Сейчас был вот мозг Боба, да, и, короче, магнит. Угу, смешнее смешного просто. Хе-хе-хе. Вы думали на меня напасть? Но нет. Я вам не дамся. Просто близко не подходим к мобам и все, держимся на расстоянии. Это такой челлендж. Челлендж, держись на расстоянии от мобов. Куда поехал? Только не говорите, что он еще притягивает, короче, мобов к себе. О, да. Как мы давно с тобой опять не виделись. Иди сожри мозг Боба, блин. Коль ты такой умный. Да ты посмотри, а, и взял сделку мне сбил. Но мозг Боба, конечно, делает свое дело. Он притягивает, сволочь, их ко мне. Да ты что такое? Да блин! Мозг Боба 3.0, он взрывает тебя и не трогает монстров. Я уверен, что в этом моде есть такое. О, это сразу Старс. Ну чё, All Stars? Хашик! Хашик, я по тебе так скучал! Ура, ты пришел! Спасибо, Хаш! О, ты спас просто сегодняшнюю игру. Я тебя никому больше не отдам. Ты только мой. Ура, ребята, у нас есть Хаш. Обломись. Думаешь, у тебя есть Бримстоун? Бримстоун есть только у меня тут. Ой, я ж плачу практически. Хаш, два возвращения, искупления, имба в кинотеатрах. Да. Такое только в кинотеатрах покажут. Не обломишься. Это что? О, иди сюда. Маленький Локи. Смотрите, сколько у нас друзей. Маленький Локи, маленький Хаш, маленький Петухаш. Угу. Сразу видно, что за карты. Ну, берем вот это все. И идем ломать лица. Еще сундук. В принципе, я бы взял даже мозги Боба 3.0, честно. Ха-ха-ха-ха, 150-я месть, короче. Так, это я беру. Обломишься, я это не возьму. А прикиньте, если, короче, не откроется выход, пока ты это не возьмешь. Так, сейчас мы еще зарядимся немножко и зареролим каблук этот. А, я понял. Берем это, берем. Все, ничего больше не берем. Я вернулся, больше нас никто не разлучил. Да уж. Больше нас никто не разлучит. Мы убьем всех в этой вселенной. Ах ты ж. Ах ты ж. Смотрите, игра опять с нами играет в русскую рулетку. Ну чё, пацаны, усложнение? Pile of Tuna. И чё? И чё это тюна делает? По-моему, ничего страшного. Как вы думаете? О, лаверс пригодился. Я не знаю, что она сделала.
Санта Хаштара. Ну все, таким образом мы выиграем. Идем и зачищаем комнаты планомерно, одну за другой, одну за другой. Так, я буду заходить в сокровищницы просто потому... Чё, берем? Давай. Отлично. Я буду брать все, что тут попадается, какими тут отвратительными предметы бы ни были. Просто потому, что я хочу выловить еще что-нибудь такое лольное, чтобы поорать с этого. Какой-нибудь еще мозг Боба 4.0. Хаш, ты плохо работаешь, ты моба не достаешь. Просто бин. Нормально. Ключ. Нет, не надо, спасибо. Чё? Что это? Little Horn Down? А чем он, типа, чем он страшен-то? Просто тупой. Тупой Big Horn. Ясно, он просто тупее обычного, все. Так, 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 так. Chicken Chips. Отнял все статы, и чё? Отстой, короче. Медиум хорн. А, так это был медиум хорн. Ясно, ясно. Ну вы понимаете, что этот мод это то, чего этому миру как раз не хватало так долго и упорно. Что тут у нас? О, иди сюда. Больше братиков, больше. Сатанисты! А чё я так быстро-то убил? Еще плюс братик. Отлично, мне это нравится. Ну, он такой себе, конечно, ну пусть будет. Так. Красиво, очень красиво все. Денюжки. Чё берем? Давайте карту возьмем. Judgment. Ну, зря взял, конечно. Ну, чё? Чё делать? Интересно, если применить BFF, чё получится? Превратится ли мой хаш в супер хаш и будет фигачить огромными бримстоунами просто на всю квартиру? Всю квартиру Айзека. Так, это Георгий, ясно, понятно. Его мы уже убивали. Угу, так, сейчас самое интересное будет, готовы. А, еще плюс братик, давай. Почему я не превращаюсь в этого? Как его зовут? О, Синамон. Еще одна корица. О, хпшка, я хочу. А я ее просто так не заберу. Оно тут лежит запрятанное. А давайте представим ситуацию, короче. BFF и коробка Лилит. Что за предмет у нас тут? А? Еще братик. Причем Фейтс. А вот это вот интересно. Это мне нравится. Это хороший братик. Я его люблю почти так же, как Инкуба, потому что он похож по действию. То есть это тоже твой дубликатор, но только он дублицирует чисто твой дамаг. Ну и скорострельность, по-моему. Ну, мобы, в принципе, тут могут ни на что вообще не рассчитывать. Если только на моральную компенсацию ущерба в центре реабилитации мобов, и все.
Им тут никто не поможет, даже их сатанисты, они уже не в силах что-то исправить. Я слишком силен для этого мира. Стой! Ну, допустим. Допустим, хотя бы так. Тут всего интересного. Так, ты пока убивай хашек, я пойду сундучки пооткрываю. О, деньги, это хорошо. Там какой-то предмет в магазине со скидкой был. А что, там кто-то выжил? Нет, не выжил. Ну, пошли в магаз. Торопиться нам все равно некуда. Мы успеваем на всех и везде. Так. Вудоникель, ну, такой себе, но мы можем его рольнуть. Мы можем его рольнуть с помощью автомата. Мы не можем его рольнуть с помощью автомата, мы можем его рольнуть. Так, ремонт-детонатор, фу. Давай, больше ролил. Чё? Мага-хат? Что? Это смешно. Имба не закончилась, ребят. По-моему, что-то пошло вообще не так в этой жизни. Подождите, а это надо... Что? Что? Они закрыли мне выход! Твари, я не позволю! Так, 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 нет, 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 нет. Тьфу, жесть какая. Я думал, они меня заблокировали, все. Ой, жесть какая. Аж Кирби пришел. Ну, война, держись. Сегодня явно не твой день. Сегодня тебе будет очень плохо. Так, что ты у нас даешь? Давай, я беру все, чтобы это не было, если только это не аборт какой-нибудь еще. А, 9 жизней, кошка. Нормально пойдет. Смотри, сколько у меня братиков, у вас только нет. Тролль Чибиси Магазине. Ага, этот предмет реально надо было назвать Чибиси Магазине. Тогда было бы очень натурально. Видели, они только рот открыли, короче, чтобы мне врезать. А я их уже убил. А плюс Б. Так, мне кажется, этот предмет заслуживает нашего внимания. Мне кажется, это какой-то намек на Afterburst Plus. Но только Afterburst Plus. Б, Afterburst. Я не знаю, если честно. Давайте, короче, делайте ставки, что делает предмет А плюс Б. Равно С. Это будет план С, короче, завуалированный. Просто никто не знал. Так. Ну что, пацаны, риск? Ледяные ноги. Я скольжу теперь. О, деньги, то, что нужно. Я теперь А плюс Б куплю. А, не куплю. Обломись-ка. Обломись-ка очень сильно. Удаляет игру. Не, ну это слишком бы жестоко было, вы чё? Так ты чё ещё живой, я не понял. Покатушки. Зато, представьте, как я быстро буду передвигаться на своих ледяных ногах. Так, нам тогда куда-то в другую сторону явно, потому что мы тут кругами ходим. Так. Так. Бегаем вокруг нашего хаши на ледяных ногах. И залетаем сразу к боссу. Ой, я не был в сокровищнице. Как обидно. Я не понял. Это что? Так, подождите. Я прож... Чего? Так, стоп, 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 стоп. С
Северный полюс? Фига, там какие-то мобы новые. Давайте смотреть на них внимательно очень. У меня зеленый Бримстоун. Новогодние какие-то призраки. Чё происходит? Повестка от маман. Почему? Слушайте, я сейчас скольжу, короче. С такой скоростью. Вот это сейчас западлянка была. Это была ловушка, короче. Еее. Ледяной монстр. Катаемся, катаемся. Это Сноудин из Андертуле. Да по-любому. Я не могу в дверь попасть. Я мимо нее пролетаю. Стоп. Куда? Я не могу остановиться, у него инерция 900 миллионов километров в секунду. Влетаем. На супер скоростях просто. У меня активку отобрали. А, ну да, правильно, потому что я же ее на письмо заменил. На письмо Санте. Лед скользит на льду, это вообще жесть. Я не знаю, кто тут, что это. Эльфы Деда Мороза, блин. Окей. Да попади ты хоть куда-нибудь. Музыка из Кирби играет. Я вам серьезно говорю, это ремикс музыки из Кирби. Я даже скажу сейчас битвы кого с кем. Нет, подождите. Сейчас кусок из Мегамена играет. Лол, чё за супер ремикс NES 2030? Ты бомбящий школьник в морозе. Так подождите, я в дверь попаду-то сегодня? Я, конечно, могу бесконечно кататься. Жесть. Помогите, пожалуйста, мне попасть в дверь. Ладно, поехали в эту сторону. В ту сторону мы не уедем. Уехали обратным ходом. Стой. О, опять Кирби пошел. Тут не хватает куска музыки из Undertale. Там кто-то еще жив, однако. Это призрак. Хитро, я бы сейчас вот долго бы шлындался бы среди этих костров со своим скольжением 9999. Черт, это опять не босс? Как обидно. А это вообще что за мир? Это отдельный какой-то мир или это рескин чего-то? Нет, никаких бримстоунов, у меня своих хватает. Е-босс! Тихо. Заходи. Ну, вот же Санта. Санта, просто Санта, чё. Музыка из Некроденсера, лол, вообще, просто ор. Давайте слушать музыку. Он чё, офигел? Ты чё, обалдел, ты чё? Ты чё? Офигеть! Слушайте, мочим его без перерыва. Остановись прямо на центр хаш, короче, фигач. Это ничем хорошим не закончится. Он убивает с одного удара нафиг. Жесть, кто кого? А, хорошо, я понял, я вас понял. Скользим, короче, скользим сколько можем. Встанем где-нибудь в углу. Ускользай! У нас 7 жизней на то, чтобы убить Санту. Блин, мне бы тут что-то понадобилось очень. Так, сейчас пойдут ноги, да? Все, поехали на супер ускорение. Да я ж тебя убил, ты чё? О, письмо. Давай, ускользай!
Куда это я пошел? I'm sorry, kid. Там было написано, я видел. Я не хочу реально убивать тебя. Всего лишь хочу развеять дух Рождества. С веселым Рождеством. И чё, сейчас по мне нога, да, ударит такая по лицу прям? Ну это была жесть просто. Это я не могу. Я успел сбежать в Войд. Тут, кстати, может быть совершенно кто угодно. Ну ладно, главное мы тащим. Искажение это прекратилось. Хотя оно, наверное, мне на руку только было в том мире. Сатаническом. Нас еще есть 5 жизней. Так что, глядишь, еще все и выиграем. Вот и босс. Так, кто тут у нас? О, Николас Кейдж. Нормально. Был Николас Кейдж, не стало Николаса Кейджа. Опа, 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 опа. У кого тут статы повысились? У меня. У нас уж тут прямо аж два босса. Дэдди Длинные Ноги был. Еще один братик. Конжойнда мне не дают. Или что там у меня должно быть? Ну да, конжойнд. Так, подождите, это еще один сатана? То есть мне того мало было, да? Я вас понял, я вас понял. Одного сатаны мало, давайте будет два. Ну это... Так... Так, что это? Гличит им. Что будет гличить? Пока все нормально. Сейчас я знаю, что сейчас будет. Сейчас придут, короче, все друзья Ахметы и будут мстить за то, что я ему дал тортик. Мы, по-моему, вниз не ходили. Нет, вниз мы уже ходили. Карты жалко нет мне. Сейчас бы в Войде, да без карты. Зарядка, когда она мне уже не нужна. И куда идти? Ах ты сволочь! Персик! Не, не персик, подождите. Пич это персик, а это что-то другое. Ладно, у меня еще есть несколько жизней. Давай, 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 доставай. Отлично. Куда-то мы продвигаемся. О, еще босс. Кто там у нас? О, ворота. Хорошо. 10 бомб, спасибо. Пир это груша. Я вспомнил. Стоп, мы не собрали там фрукт какой-то новый. Это что сейчас было? Какой еще нафиг гроз? Зато мне открыли маленького спивера. Ну, спасибо. Делириум, что? Давайте, убью ли я делириума, если у меня есть всего лишь одна жизнь, чтобы с ним сражаться? Видимо, нет. Я могу ведь его и не убить, реально. Количество бринстоунов на квадратный сантиметр может не хватить. Скорее всего, я его даже не убью. Честно.
Я могу, конечно, тут сейчас бегать сколько угодно. Его не достают даже мои бримстоуны. Вот в чем фишка-то. Это была последняя жизнь. И куда это я сейчас тпшнулся? Никуда. Пу-пу-пу-пу-пу-пу.